Здравствуйте, я Владимир Мазур. Это программа «Вечер трудного дня». Наш телефон 7-175-501. Мы, как всегда, в прямом эфире. Прошла ровно неделя. Жизнь в нашей стране не стала лучше, хотя стала в каких-то местах определенно веселее. Это ирония, если кто не понял. В общем, поговорить сегодня есть о чем. И я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Экономист Владимир Соболев. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Политолог Александр Романюк. Здравствуйте, Александр Иванович. И советник губернатора Харьковской области Юрий Чевордов. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. У нас по традиции три сегодня темы. Признаться, выбор был огромный, потому что произошло много чего интересного, но, в общем-то, решили остановиться на, возможно, не самых эпатажных, но самых знаковых, по крайней мере, темах для нас сегодня. Давайте начнем по традиции с небольшого сюжета. Президент Украины Петр Порошенко обратился к парламенту накануне годовщины своей инаугурации. Практически с первых слов – критика. Чи задоволений я работой уряду? Ні. Чи задоволений я работой Верховной Рады? Очевидно, також ні. Скажу більше. Я не задоволений і своєю роботою. І мені гріх скаржитися на брак критики. Мені гріх скаржитися на брак критики в засобах масової інформації, в пресі. Але ніхто мене не критикує більше, ніж я сам. Президент отметил, недоволен скоростью проведения реформ и анонсировал возможное переформатирование правительства уже осенью. В очередной раз подтвердил курс на евроинтеграцию и сообщил об отставке руководителя государственной миграционной службы из-за претензий европейских партнеров к работе ведомства. 1 січня 2016 года угода про ассоциацию, яка была подписана рік тому, начинает действовать повною мірою. Чекати залишилося зовсім недовго, але щоб вдало фінішувати, нам потрібен відповідний ривок. Озвучил Порошенко и основные направления работы. Это борьба с коррупцией, децентрализация власти, дерегуляция экономики и масштабная приватизация. Параллельно обещает бороться с монополиями и олигархами в политике. И там, где у державы есть контрольный пакет, он будет контрольным в реальности, а не лише на папере. И что же я отримую в ответ на такую политику? Брязкіт зброї приватных армий. І кожен, хто підлягає деолігархізації, озброєний великим загальнонаціональним каналом і, обороняючись, гатить по мені з усіх інформаційних градів. Среди приоритетов главы государства – укрепление обороноспособности Украины и формирование подготовленной армии. Президент не исключает полномасштабного вторжения России. О восстановлении Донбасса, по его словам, речь пойдет после проведения там местных выборов по украинскому законодательству. Полуторачасовое выступление президента депутаты неоднократно прерывали аплодисментами. Ключове, на мій погляд, це те, що президент підтвердив, що глобальною задачею для всіх гілок влади є боротьба з корупцією. Дав сигнал суспільству, що без допомоги суспільства ця боротьба не буде результативною. Треба віддати належне президентові України за його важку, але на сьогоднішній день якісну роботу щодо об'єднання міжнародної коаліції щодо боротьби з агресором Росією. На сьогоднішній день країна існує, і це перемога України під керівництвом, в тому числі, і президента України. Уже в этом году Порошенко пообещал начать индексацию зарплаты пенсий и усовершенствовать систему адресных субсидий. В 2016-м анонсирует возрождение экономики благодаря завершению санации банковской системы и проведению налоговой реформы, а также развитию аграрной отрасли как основы конкурентоспособности на мировых рынках. Я еще раз напомню, телефон нашей студии 7-175-501. И вот еще интересный такой список с сайта канала «Дождь», российского канала. Такая выжимка, главная из обращения Порошенко. Помимо того, собственно, о чем мы уже услышали, россияне выделили бюджетное финансирование власти, о котором говорил президент. То есть к этому надо подходить, как это тяжело бы ни было. Декоммунизация. Дословно нужно вытравливать коммунизм из головы, а не просто сносить памятник.
памятники. Ну и там дальше мы не будем оглядываться на Москву, мы будем действовать лишь по воле украинского народа и так далее, и так далее. Вот это тоже вещи достаточно интересные, важные, на которые хотелось бы обратить. Все смотрели наверняка, да, в режиме прямого. Ваши впечатления от речи, потому что это мы оцениваем, да, это фактически была первая оценка, собственно, президентом первого года своего правления. Юрий. Ну, на мой взгляд, как бы первое и основное то, что президент не стал отделять себя от правительства и от парламента. То есть это элемент как бы честности, потому что все предыдущие президенты, как правило, дистанцировались. То есть можно было публично выпороть там правительство, либо парламент, все. Нет, здесь президент как бы четко сказал, я... правительство и парламент. То есть это определенная как бы склейка, такой клей для коалиции, которого он добавил, в общем-то, ну, это позитивный момент. Это честно. Это как бы честно, и в этом плане основное. Что касается самого обращения, то для меня важно четыре момента, которые упомянул президент. Это 4D. То есть деолигархизация, дерегуляция, демонополизация и... Декоммунизация. Ну, еще, да, еще декоммунизация, децентрализация, да. То есть да. Получается там 5D. В общем-то, если они все выполнятся, то это как бы будет достаточно позитивный момент. Да, прошу, коллеги. Надо учитывать, что этот год был самым сложным годом в истории не только, наверное, незалежной Украины, а вообще, не знаю, или с 45-го года, или там, с 21-го года. Вот, 12% территории Украины оккупированы, мы потеряли Донбасс, это значит металлургия, это уголь, вот, огромные расходы, тоже там где-то убытки 360 миллиардов подсчитали от всей этой агрессии, от войны. Ну, я сегодня говорил, что 80 миллионов в день уходит на вот этот конфликт. Да, сегодня, кстати говоря, озвучена была цифра. Поэтому о том, очень что сложно. 80% бюджета Министерства обороны уже освоено за эти полгода. Да. Это, собственно, еще достаточно. Да, такие не хватает, в общем-то, этих средств. Да, прошу. Вот. И понимаете, мы сейчас должны провести реформы. Причем очень сложные реформы. Фактически мы задержались, мы вот 24 года. Ну, мало что делали, я хочу сказать, что ничего не делали. Вот. И сейчас эти реформы в условиях войны. И вот сама ситуация где-то, ну, противоречит вот даже реформам. Децентрализация. Вы знаете, вот я, ну, не приведу ни одного примера, когда бы в период вот войны проводили бы децентрализацию власти. Вот. Опять-таки, значит, ослабление государственного регулирования. Ну, вот аксиома, что, значит, в условиях войны, подготовки к войне, ликвидации крупномасштабных стихийных бедствий, а также кризиса перепроизводства, всегда усилится государственное регулирование. У нас, кроме кризиса перепроизводства, все, вот, не знаю, очень сложно, понимаете, нету, ну, аналогов, вот, где-то, понимаете, посмотреть, мы не можем в такой ситуации... Поэтому, естественно, что ошибки, естественно, недостатки. И вообще, вот реформы – это очень болезненный процесс. Любые реформы – это операция в социальных отношениях. И вот подобно тому, как человеку при медицинской операции становится больно, да, так и при социальных операциях тоже больно. Да. Но это необходимо для того, чтобы общество выздоровело. И вот многие люди не понимают, да, для чего вот эти реформы проводятся. Некоторые так воспринимают реформы, вот что-то сделали, и сразу же там повысятся зарплаты, улучшится жизнь. Нет, должен какой-то период, потому что сами реформы – это переход одной системы к другой. Да? Одна система демонтируется, а вторая только создается. Вот тут люди и начинают спрашивать, вот. А зачем тогда вообще были нужны эти реформы? Потому что вот мы жили там при Януковиче худо-бедно, но стабильно, да, потом какие-то пришли, начались реформы, и вообще непонятно что. Ну, после Януковича уже такой жизни в любом случае бы не было, потому что да. То, что наделал Янукович, ну, как бы можно много перечислять, уже перечислено все, но в любом случае вот так оно уже быть не могло. Тем более, как бы курс на Европу, ну, подразумевает определенные реформы. Да, недовольны, ну как, они, конечно, будут недовольны, и, конечно, есть сложности, но, тем не менее, тут важно другое. Люди должны понимать, ради чего и что это делается. Поэтому с людьми нужно говорить. И говорить желательно откровенно, честно, объясняя каждый свой шаг. И здесь, как бы, президент
достаточно четко, ясно, в общем-то, все, ну, все объяснил, почему не получилось то или иное действие, ну, в общем-то, всю ситуацию сегодняшнюю. Угу. Ну, в одной речи ничего не объяснишь, то есть, ну, только можно такие штрихи дать. А вообще-то, вот у нас не проводилась, к сожалению, большая работа разъяснительная, да, реформы, почему они нужны. Вот, то есть не объясняли, да, будет хуже, но это хуже для того, чтобы стало лучше. Знаете, как при операции человеку хуже становится, да. Но это необходимо, чтобы он выздоровел. То же самое сейчас происходит у нас. Вот это очень дважды же, собственно говоря, привели очень такую уместную аналогию с операцией. Тут надо вспомнить, как это все, например, происходило в не столь давние времена, когда не было анестезии. Скорость операции была принципиальной. Искусство хирурга, вот вспомню, там, времена Пирогова, да, вот, например, это заключалось как раз искусство в том, чтобы как можно быстрее это все сделать, потому что пациент не может долго терпеть, да, он может умереть. Да, вот об этом-то как раз очень, очень такое, да, сходство интересное. Я помню, что когда начали польские реформы, когда в 80-м году в Польшу пришло правительство, первое некоммунистическое правительство Тадеуша Мазовецкого, и вице-премьер, и министр экономики был известный экономист Ляшек Бальцерович. Они начали вот эти, значит, реформы, которые вошла, ну, в историю как шоковая терапия. Что мы писали, как они издеваются над народом, их народу плохо и так далее. И это у них не было войны при этом. Да, и при этом не было войны. И децентрализации пока что тогда еще. Да, вот. Ну, видите, а где сейчас Польша, а где сейчас мы? В Польше зарплата гораздо выше, цены такие же, даже ниже. И даже они вот этот кризис мировой валютно-финансовый не очень-то и сильно ощутили. У них хорошие показатели. Вот провели реформы, и хорошо работает экономика. А мы 24 года болтали, и, в общем-то, мало что сделали. Да, Владимир Михайлович. Ну, я бы с коллегами не согласился по двум позициям. Значит, вот я считаю, что реформы как раз должны давать свой позитивный эффект. Вот, и реформы нельзя понимать как ухудшение. То есть, понимаете, когда людям внушают, что вам для того, чтобы было лучше потом, непонятно когда, сейчас должно быть хуже, это может убить как бы веру в реформы, веру во власть. Потому что на самом деле есть реформы, действительно заслуживающие того, чтобы их называть реформами, которые, в принципе, могут дать очень быстрый эффект и не требуют вообще никаких инвестиций, зарубежных кредитов и так далее. Наша самая злополучная коррупция. Угу. Вот. Год прошел, а результативных посадок нет, ни одной. Понимаете? Он, наконец, добрались до Клюлева, и тот сбежал. Сбежал, да. Причем так добирались, то есть, долго. Это тоже эффективность власти. Я не хочу говорить персонально о там, Порошенко и Яценюке, но это эффективность власти, которую мы избрали, посадили себе, так сказать, на голову, чтобы она нами управляла, и результат в этой части эффективности стремительно приближается к нулю. То есть вот это констатация, так сказать, факта. Так? И второй момент, с чем бы я поспорил, что кивать на войну, как фактор, который оправдывает отсутствие реформ, на мой взгляд, в корне неправильно, потому что война как раз является фактором, который, вообще-то говоря, должен их стимулировать максимально быстро. Ну, в какой-то сфере, видимо, да? Во всех сферах. Во всех сферах, начиная с военной. Так? Вот. Что мы сейчас наблюдаем? Каждый день, всем это уже известно, гоняют состав с углем на Донбасс и обратно, ежедневно 10 миллионов прибыли оседает в карманах. Да? Значит, это все знают, но он продолжает туда-сюда ездить. Так? То есть вот вам ответ на вопрос. Так сказать, война как раз при отсутствии политической воли к реформам, наоборот, усугубляет трясину экономического кризиса. Потому что, по сути, граница контрабанды, которая была российско-украинская, как бы до войны, она сдвинулась сейчас к границе зоны АТО. То есть этот самый фюрер донбасский Захарченко, который крышевал контрабанду в советские, так сказать, постсоветские времена, да, во времена независимой Украины, он сейчас ее возглавил, только захватил еще территорию, так сказать, подальше от границы с Россией. Так? Вот. Теперь это, ну, в плане, как бы, дискуссии, может быть, обсуждения. Теперь, что касается доклада. Выступление Порошенко на меня произвело, ну, позитивное впечатление с точки зрения, как бы, политического отчета. Вот. Акценты расставлены, на мой взгляд, правильно. Вот. Но у меня немножко другое впечатление от прочтения послания. То есть, вот, не знаю, коллеги смотрели или нет, там 600 страниц текста. Смотрели, но вот, не успели почитать. Да, чувство двойственное у меня. Значит, я тоже не успел все глубоко почитать, но то, что вот мне ближе экономическую часть. Кстати, замечу, что там в плане даже структурных соотношений 420 страниц текста основного, где-то 105 страниц посвящено экономике, четверть, в принципе, на мой взгляд, ну, достаточно много внимания уделено, вот, с точки зрения чисто такого внешнего количественного подхода. Но, значит, там же масса
взаимоисключающих вещей находится. То есть, знаете как? Как у Райкина, когда был монолог известный, там, как шили костюм, значит, один шил рукав, второй там брючину, вроде все нормально сделали свое дело, одели костюм, его нельзя носить. То есть с точки зрения экономических позиций, ну вот, например, раздел там базовые приоритеты обозначены, да, 8 базовых приоритетов. Там и экономический рост, и конкурентная экономика, и все. На 5-м месте из 8 поставлено непорушное, значит, захист права власності. Так? Ну, як на мене, то вообще это ключевой, вообще альфа и омега современной экономической системы, основанной на частной собственности. Мало того, что там непонятно какой власности, так, через запятую идет комментарий, значит, корпоративной, но тогда уже у меня вопрос к человеку, который это писал. Он понимает, что корпоративная собственность — это та же разновидность частности, это часть. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. Поэтому если он слово «частное» забыл, то есть все провисает. То есть получается, как бы это набор слов. Вот, причем, грубо говоря, то, что должно быть на первом месте, неграмотно сформулировано, поставлено на пятое, а все, как бы то, что у нас за 20 лет не создана система гарантирования прав частной собственности, и отсюда все идет сейчас, и за год ничего не сделано для того, чтобы это дело переломать, так? Вот, и ничего этому не подчинено. Если базовый принцип не соблюдается, все остальное бессмысленно, потому что можно столько угодно говорить правильные вещи, и рост, и европейская интеграция, все-все-все, но если у вас, ребята, права частной собственности, как... Об них вытирали ноги все, кому не лень, так и продолжают вытирать. Это, конечно, к вам инвестор не придет. А мелкий бизнес у вас не разовьется, нет. Потому что его как душили контролерами, вымогателями, рекетерами, так и душите и так далее и тому подобное. Вот с точки зрения акцентов, мне кажется, такого рода вещи, доклады, послания, ну, мне трудно спорить, но мне кажется, не обязательно, чтобы он был пространный. Там настолько много задач поставлено, что можно успешно их провалить и сказать, что их слишком было много, то есть и как бы опять у нас горизонт отодвигается. Вот за год мы этого не сделали, значит, теперь будем это делать дальше. А где причина того, почему не сделали? И главное, самое главное, то есть причины там констатируются, а каковы механизмы того, чтобы все-таки перекрыть угу. вот этот весь а ужас, каковы, как бы, да, вот блокировку, блокировку реформ. Ну, здесь как бы для президента, может, и не нужна излишняя детализация, потому что для этого есть министр экономики, премьер-министр, в конце концов. Это же, задача президента, да, постановка задач, грубо говоря, определение общих направлений, ну, а детализация там уже, это нужно соответствующим министерством заниматься. Поэтому, если бы еще президент вошел в детализацию, то, я думаю, это сколько бы, в 6 месяцев? Нет, я говорю про послание. Доклады же, доклады, вопросов нет. Просто вот опять же, вот экономические вещи, которые, в принципе, для меня вот странные некоторые были, вот противоречия, да, там, с одной стороны, констатируется, что у нас тормозом экономического развития является милитаризация, связанная с войной. Ну, подождите. Так милитаризация, в принципе, грамотно проведенная, да, это новые рабочие места, да. Это загрузка производственных мощностей, это стимул к техническому перевооружению. И опять же, милитаризация, понимаемая, если в русле представления 20-летней давности, то, может быть, это и правильно. Но на самом-то деле милитаризация связана же не с наращиванием количества выпускаемых танков, самолетов и так далее, хотя, может быть, отчасти. Ну, в том числе, да? Да. Потому что 20 лет назад, когда рухнул мировой социализм, все западные страны сократили несколько раз свои военные бюджеты. И, собственно, если до этого у нас как бы и везде в мире приоритетом был военный сектор, а уже гражданский, что осталось, то после такого сокращения, когда не с кем было, в принципе, воевать ядерным образом, да, значит, на первом месте гражданский сектор, а уже из него технологии идут на качественное совершенствование вооружений. Поэтому зачем нам 20 танков делать, к примеру, да, если нам достаточно сделать одну систему, которая по звуку определяет, откуда летит снаряд, и туда накрыть 20 танков противника. То есть одной из такой установкой, ну, я утрирую немножко, ну, да. Военный человек, но вот об этом идет речь. Или, скажем, социальный вопрос. Значит, констатируется правильно, что у нас ограниченный внутренний спрос как один из сильнейших тормозов наших реформ и оживления экономики. Это правда, это азбука, кейнсианство еще. И тут же делается все, чтобы этот спрос окончательно убить через новые тарифы и так далее. Или мне, я скажу честно, как бы при том, что в целом моя оценка позитивна, мне совершенно не понравился в докладе президента пассаж, который я воспринял, может быть, я ошибаюсь, воспринял так, в отношении тарифов. То есть он четко дал посыл, что и не ждите, никаких пересмотров тарифов не будет. Вот. Тогда у меня вопрос, послушайте, если у нас, значит, по подсчетам при этих новых тарифах на газ формируется 20-30 миллиардов каких-то денег, которые непонятно куда деваются, и говорят, что я за это должен платить. У меня вопрос, почему я должен за это платить? Сейчас мы встречаем уже последние расчеты, что соответствующие разработчики, грубо говоря, обманули нас всех, когда сказали, что мы потребили внутреннего газа на отопление в прошлом году там 20 миллиардов кубов, в то время как
по оценкам их потребили 14. А зачем это сделано? Затем, чтобы завысить объем внутреннего потребления, тем самым оправдать необходимость направления туда якобы импортного газа, с тем, чтобы оправдать, раздуть тарифы. Там камень преткновения — это как раз норма потребления, не сами по не себе только. Цены. Значит, да, это часть нормы, только проблема, которые... это часть айсберга огромного. Но потому повышение что... тарифов должно, за ним должно следовать повышение зарплаты. Я же идем дальше. Значит, если мы говорим про тарифы, значит, нам обещают сейчас аудит международных там ведущих китов, так сказать, аудита. Но у меня вот такое есть подозрение, сомнение, что не для того, чтобы правду сказать, для того, чтобы оправдать эту воровскую систему. Нет, для этого есть Юлия Владимировна. Нет, дело же не в Юлии Владимировне. Юлия Владимировна здесь ни при чем, на самом деле. Если она говорит правильные вещи, то и хорошо, пусть говорит так. Но, значит, если уже независимо от Юлии Владимировны, значит, приводится масса примеров, когда, допустим, в тариф закладывается, да, там ремонт, там сети какой-то, трубопровод, там муфточка какая-то, да, закладывается цена 10 гривен, а ее нормальная цена гривна, да. Понимаете, когда и Яценюк, и Порошенко, высококлассные экономисты, действительно, особенно Петр Алексеевич, который сделал свою, так сказать, империю в хорошем смысле, да, экономическую, он знает, как эти дела делаются. То есть, как говорят, можно же воровать не только из прибыли, можно и с убытка воровать. Так? То есть можно заложить высокие цены, да, ты их потом оплачиваешь, а потом гривна это идет на эту муфту, а 90 идет на левую фирму, обналичивается, уходит в офшоры. То есть, и почему-то считается, что люди этого не должны знать и понимать, и как бы их держат за идиот. Вот это вот моменты, которые, опять-таки, персонально президент за это не отвечает, но, в принципе, значит, ну, оправдывать все, что делается вот в особых таких болезненных точках, ключевых моментах, да, не давать людям надежду на более справедливые тарифы, а не однозначно завышенные. Независимо, аж повторяю, от Юлии Владимировны, да? Значит, это как бы и политически... оппозиционный блок, для этого есть и оппозиция, которые тоже будут смотреть, тоже будут сравнивать, озвучивать свои, они же молчать не будут. Ну, понимаете, это, оппозиционный блок, я бы вот в моем представлении, значит, я бы их вынес за скобки, потому что это никакой не оппозиционный блок, это вчерашние грабители и негодяи, как бы, и никакого доверия им. Вот, не, ну, это внесистемное, антисистемное. Я хотел напомнить телефон нашей студии 775-501 и вернуться еще к одному пассажу, да, который вот был озвучен, и был акцент по поводу информационных, в том числе внутренних войн, которые начались, деолигархизация, простите, страшное слово, страшное. Трудно произнести. Тяжело. Привыкать, да, надо. Особенно вечером слово. Трудно. А провести тяжело. А провести еще сложнее, да. И фактически вот в минувшие выходные мы видели, как это все работает на примере знаменитого уже сюжета, двух сюжетов, да, получается, фильма про украинские сенсации о Михаиле Саакашвили. То есть как это будет работать приблизительно, все как понятно. Грузинский, да? Грузинский гастролер, если не ошибаюсь. Да, вот так это все называется. И вот от этого, собственно, вопрос. Не кажется ли вам, что назревает некий еще кризис политической системы как таковой? Потому что у нас олигархизирована не только экономика, но и политика. Так, вот, так или иначе. Да? Безусловно. Имеют предельное 100% влияние. Он неизбежен, и хорошо, чем быстрее нарыв взорвется это. И вот отсюда, да, без вопрос. Без как бы вооруженных каких-то кровавых столкновений. Значит, его надо резать, потому что это опутало вот этот спрут олигархический, он же опутал все за 20 лет, начиная с экономики, приватизированного государства, и вот эти вот механизмы блокирования, конечно, надо их бывший глава администрации Одесской области, это человек Коломойского. Ему не понравилось, потому что поставили Саакашвили. Видно, там тоже какие-то схемы, тем более, что это Одесса, это порт. Таможня, как жила и жила, слушайте, да, там же колоссальные деньги. И началась атака на Саакашвили. По моему личному мониторингу, этот фильм Коломойскому как раз сыграл в минус, а не в плюс. Потому что Саакашвили как бы достаточно позитивно воспринимается, ну, скажем так, гражданами Украины. И фильм этот как бы... Удар не достиг такой цели. Не достиг, да. Более того, если у Саакашвили будут успехи, то кусать его будет достаточно сложнее, ну и это как бы выглядит, ну, не совсем... Не солидно, мелковато, да. Точно так же, как и выглядело там вот кто-то Поросюк там, и они пытались там что-то в Верховной Раде кричать, развешивать, ну... Да, по Липецкой фабрике Порошенко хотели бы. Ну, как бы это выглядит. Ну, он объяснил, я не могу продать, потому что, во-первых, она контролируется сейчас Россией, в общем, мне не дают. И тут вопрос же в том, что общество изменилось, оно стало открытым более, и как бы все понимают, почему Коломойский снял, вернее, во-первых, то, что Коломойский снял этот фильм, а во-вторых, почему он снял этот фильм. И здесь же когда тяжело объяснить, что вот просто потому, что Саакашвили такой плохой, мы решили по 1+1 показать.
сказать об этом. Ну и вот получается, опять же, цитата, партии власти должны зависеть только от избирателей, мы должны прийти к бюджетному финансированию власти, как бы это тяжело ни было. То есть речь идет о том, что существует в том или ином виде в западных странах, речь идет о бюджетном финансировании партий, которые принимают участие в политическом процессе. И вот это вообще, насколько я понимаю, одна из сложнейших будет просто вещей, которая будет, ну, невозможно практически пробить вот сознание наше, как это я буду кормить, да, вот какую-то партию, за которую я даже не голосую, ведь это из государственного бюджета все будет кормиться. Готовы ли мы сейчас к такого рода революционным изменениям и не разрушить это вообще ли, ну, вот какую-то там хрупкую систему, которая у нас сложилась сейчас? Ну, по практике всех цивилизованных стран, современных, после войны распространилась, вот считается, что партия играет большую роль вот в жизни общества, поэтому их надо поддерживать, чтобы опять-таки меньше влиял капитал, вот бизнес. Вот, ну, как деньги распределяются, есть три системы. Значит, первая система, партия получает такую часть этой бюджетной суммы, сколько процентов она получила голосов избирателей на последних парламентских выборах. Вторая система, это партия получает такую сумму, сколько она, значит, имеет представительство в парламенте. Ну, во втором случае только финансируются партии, которые прошли парламент. Ну, считается, что не прошла парламент, то нету поддержки, пусть умирает своей собственной смертью. И третья система, это, так сказать, смешанная. Половина, значит, по количеству мест, голосов, которые, значит, были отданы за эту партию на последних парламентских выборах, а вторая половина по количеству мест в парламенте. Это вот Великобритания, это Испания. Вот такие три системы основные существуют, распределения. У нас можно представить, что Иван Иванович Иванов пойдет и скажет, слушай, я рад и счастлив отдать свои кровные 100 гривен на поддержку. Красивая схема, которая работать не будет по одной простой причине. Значит, во-первых, ну, я не как политолог, поэтому как бы открыт для критики, но никаких партий у нас нет, кроме коммунистической, которая, как бы, уже, слава богу, да умирает, и все. У нас есть политические проекты. Так? И бывают проекты, как бы, хорошие, бывают плохие, ну, с субъективной точки зрения. А как вы дадите финансирование партии, которая вот возникла год назад, допустим, какая-то там проукраинская, да, там, патриотическое движение, там, партия волонтеров, к примеру, да, если у нее ни одного места в парламенте нет. То есть, как бы, лозунг красивый, да, но даже если бы он и работал, вот, понимаете, если он работает в странах, где законопослушание имеет традицию 200-летнюю, да, где теневая экономика не зашкаливает за 50%, где там коррупция не разъела все, то здесь, я уверяю вас, наши нынешние правители, как бы, я имею в виду, просто бюрократию не персонифицированную, очень хорошо научились использовать схемы, так сказать, финансирования выборов, бюджетными деньгами, за пределами централизованного бюджетного финансирования, через левые какие-то госзакупки, свои предприятия, выводы там куда-то там, обналичивание и прочее, что на самом деле хорошо бы, но реальная конкуренция, к сожалению, ну, по моему глубокому убеждению, это не внесет, да, к сожалению. Но лозунг красивый. Момент, здесь да. Еще выход, как любит говорить один харьковский министр, называть кошку кошкой. То есть, вот есть партия, да, ну, все же знают, кто ее финансирует. Но все почему-то как-то стыдливо об этом умалчивают. Вот, ну, такая принята у нас практика. Здесь надо объяснять, что вот за этой партией стоит такой господин, за этой стоит такой господин. Нет, на Западе еще практика какая, что партия финансируется, ну, кроме госфинансирования, через фонды. Партия создает фонд, хочет помочь партии только через фонд. И фонд контролируется правительством. Ну, то есть, нужны деньги там на мероприятия, ты берешь эти деньги, ну, отчитываешься, чеки, да. Ну, чтобы все были в равных условиях. Да, сняли там помещение столько-то, еще что, выпустили газету столько-то. Ну, вот. Это вот в Америке в 70-е годы такое, потом, значит, и в Японии, в Германии. Почему Коль полетел с канцлеров? Его партия ХДС взяла деньги у какой-то корпорации, минуя фонд, и скандал. И Коль, несмотря на то, что был один из самых авторитетных канцлеров Германии, объединитель Германии, был вынужден уйти в отставку из-за этого скандала. Вот, как бы сказали раньше, гримасы буржуазной демократии, до которых вот нам еще... Два момента здесь, смотрите. Значит, там работают средства массовой информации независимые, там, при всех минусах, так сказать, условностях, да, и там все-таки политическая культура, включая культуру избирателей, ну, на порядка два выше, чем у нас, поэтому мы можем тут сколько угодно красивые схемы рисовать, но наш избиратель средний, который ходит на выборы, а молодой избиратель, очень большая доля избирателей не ходят на выборы, то есть им все равно, хоть бюджетная, хоть не бюджетная, вот эта вот проблема отрешенности, отчужденности
значит, избирателей от государства, от политики, вот это, мне кажется, намного более серьезная проблема. Кстати, 21-я бюджетное или небюджетное финансирование. 21-я статья основного закона о ФРГ, что она гласит? Что партия в том числе должна отчитываться о своем финансировании. И, кстати, когда регистрация партии, партия тоже должна, значит, объяснить, как она будет финансироваться. Подождите, условия регистрации партии. Вы абсолютно правы, у нас нет ни одной партии, где платились бы членские взносы. Нет, вот так, как реально, оно должно это быть, реально, а не на бумаге. У нас время рекламы подходит. Ну, я себя тоже хочу добавить, что тут вот да, вроде разума понимаешь, что есть очень много хорошего в системе бюджетного финансирования партии, вот по разным моделям. Но сердцем как-то, опять же, когда я увижу в бюджете там сумму с огромным количеством нулей, которая будет вот из бюджета взята и отдана на функционирование партии, вместо того, чтобы, опять же, на тот же оборонный бюджет или медицину и так далее, вот тут вот моя душа раздвоилась. Уж простите, пока, наверное, как-то не время. Тем не менее, время рекламы. 775-501 наш телефон, эфир прямой, звоните, мы вас ждем. Полчаса мы большей части посвятили политике. Сейчас разговор такой пойдет более в режиме хардкор. Будем говорить об экономике. 775-501 наш телефон. Эфир прямой. Ждем ваших звонков. Но вначале будет небольшой сюжет. В Украине вступил в силу запрет на досрочное снятие депозитов. Соответствующий закон на минувшей неделе подписал президент Украины. Согласно документу, такие меры будут способствовать стабилизации банковской системы благодаря созданию ресурсной базы для деятельности финучреждений. Пока же полсотни украинских банков находятся в состоянии ликвидации. Петр Порошенко предлагает усилить ответственность их руководителей перед вкладчиками. Принять мой закон, який я вніс до Верховної Ради, де банки і їх власники, і їх бенефіціари, і пов'язані особи будуть відповідати за кожну копійку, яка пішла з цих банків, і передати лише ракушку, скорлупу в фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Цього не буде. На сьогоднішній день 21 банкір вже під слідством. В фонде гарантирования вкладов уверяют, уже летом начнут возвращать депозиты, сумма которых не превышает 200 тысяч гривен. Уже в августе деньги начнут получать вкладчики Дельта-банка. Это одно из крупнейших обанкротившихся финучреждений, у которого 800 тысяч вкладчиков. Сперва накопленное получат те клиенты банка, у которых истек срок депозитов. А вот владельцам крупных вкладов придется подождать проверки законности операций. В течение 3-4 месяцев не работал, но проблемным он был признан. Но время на администрацию бери уже через большой промежуток времени. За этот промежуток времени делались операции как нормальные внутри банка, так и не совсем. Тем временем Национальный банк Украины продлил до сентября валютные ограничения. Согласно документу, сохраняется требование обязательной продажи 70% валютной выручки, требование о возврате валютной выручки в Украину в срок до 90 дней, ограничение на продажу иностранной валюты в одни руки с суммой в 3000 гривен в сутки и на выдачу валютных вкладов в иностранной валюте в эквиваленте 15 тысяч гривен в сутки одному клиенту. При этом регулятор смягчил ряд ограничений на денежно-кредитном рынке. В частности, вдвое повышен лимит на выдачу наличных средств в национальной валюте через кассы и банкоматы. Теперь он составляет 300 тысяч гривен в сутки на одного человека. Остались ли у кого еще депозиты? Вот у меня, как у одного из, наверное, владельцев крупных состояний. Да, да, да. Крупнейших состояний в последнее время. Да, есть, вот, собственно говоря, практически интерес в том, что происходит. И хотелось бы об этом поговорить. Обычно, когда вводится, ну вообще в принципе любой запрет на снятие там чего-то досрочное и так далее, это говорит о том, что в общем-то система переживает серьезный кризис и продолжается, и наращивается, возможно, потому что если вспомним 2008 год, то запрет на снятие тогда он в какой-то степени весьма серьезно банковскую систему затормозил. Ваше мнение, как Владимир Михайлович, наверное, прежде всего, ваше, как профессионального экономиста, что вообще происходит и будет ли в случае, например, принятия того же законопроекта, который предложил президент, реальное оздоровление? Потому что действительно происходит какая-то непонятная ситуация в банковской сфере. Ну, смотрите, я бы предостерег вообще от ожидания какой-то палочки-выручалочки
по мановению руки, взмахом которой, значит, все наладится. Так, это в принципе где угодно. Потому что нужны, вот в чем беда наша, как бы и трагедия, и деваться нам некуда. Что нам надо делать все одновременно, еще вчера. Так, не бывает приоритета, потому что все валится, все рушится, как бы надо как-то это слепить сдержать. Теперь конкретно по банкам. Значит, вот вы упомянули 2008 год. А ведь на самом деле тогда была чрезвычайная ситуация, и в принципе в чрезвычайных ситуациях в качестве краткосрочных экстренных мер в принципе может быть что угодно для того, чтобы избежать краха, это понятно. Так? Теперь по сути сегодняшней вот этой проблемы с досрочным снятием. Значит, вот в чем еще беда нашей жизни и нашего менталитета? Значит, наши люди, несмотря на то, что совок преодолевают постепенно, да, но в сознании очень сильно у многих, если не большинства людей, нежелание брать на себя ответственность и риски. И банковская сфера здесь не исключение. Между тем, значит, вот два основных вида вкладов. Да, текущий депозит, да, до востребования, так, и срочный. То есть во всем мире, в принципе, действует правило, что срочный депозит дает тебе более высокие проценты, но ты в обмен на это берешь обязательства эти деньги не трогать. Да, все. Да. И чтоб там ни произошло, бегай ты, не бегай в банк, в договор это забито, все. Но наши банки, значит, если допускают по договорам срочных депозитов, да, значит, допускали раньше возможность досрочного снятия, да, то получается, когда они гражданам в этом отказывали со ссылкой на трудности, то они формально были неправы. Другое дело, что не должно быть в договоре на срочный депозит этой нормы. Поэтому если сейчас это, наконец, как бы вилка снимается, то я, как экономист, так сказать, приветствую это, потому что, в принципе, вот этот запрет – это один из институтов, механизмов, если хотите, гарантирования или поддержания устойчивости банковской системы как такого станового хребта всей экономики. Потому что, понимаете, если у нас не будет никакой обязаловки, никаких, так сегодня захотел, завтра снял, вы пришли, а у банка сегодня этих денег нет, потому что он их отдал в кредиты, и он рассчитывает, что придете послезавтра, а завтра ему кредит вернется, и вы как-то разойдете, называется кассовые разрывы, да? Если этого вы не обеспечиваете, то в любой момент ваша система банковская обрушится, а вместе с тем вся экономика. Поэтому с этой точки зрения, значит, это как бы не вызывает у меня больших протестов. Другое дело, что наша банковская система, в принципе, больна серьезно. И она не может быть не больной, поскольку если у нас кланово-олигархическое государство, экономика, политика, неофеодализм во всем, он и в банковской системе. Потому что на самом деле... А вот у многих людей такое извращенное представление о нашей банковской системе. То есть они считают, что это банковская система. На самом деле, в основе своей, значительная часть, если не большинство банков, это у нас отмывочные конторы. Угу. Вот. Это у нас конторы по обману клиентов. Карманные банки, в том числе, которые родились в свое время в качестве реакции на кучму и кучмизм, который как бы подавлял инакомыслие, и люди пытались обзавестись своим банком, своим инвестициям. Ну, не все карманные банки плохи просто, да, то есть были реально работающие свои карманные. Но на самом деле, вот обратите внимание, практически подавляющее большинство, если не все банки, которые как бы сейчас в состоянии ликвидации, закрыты и так далее, как бы по такой кидальной схеме создавать. То есть изначально создавал человек под себя банк, да, он набрал депозитов, набрал, значит, акционеров, да, а потом называется раздача инсайдерских кредитов. То есть самому себе любимому через подконтрольные схемы раздает, когда он понял, что уже так, наступил момент X, можно всех кидать, то есть банк весит несколько миллиардов долларов, все, значит, кредиты розданы, деньги украдены, выведены в офшоры, и остались все при своих интересах. И акционеры, так, миноритарные, да, и вкладчики, то есть такие, как мы с вами. И вот беда в том, нашей системы, и трагедии, и как бы недостаток 20-летний, что эта система вот такого безнаказанного грабежа, она культивировалась, формировалась, и оказалось, когда вот попытались вот догнать, схватить и так далее, все ускользнули. То есть, понимаете, но и в чем у меня вот претензия, скажем, там, к руководству Нацбанка и вообще к финансовым системам, в том, что, в принципе, есть же у нас такое понятие, как банковский надзор. На самом деле, в принципе, не мне их учить, по каким признакам можно в первые же дни понять, что происходит что-то неправильное в плане оттока ресурсов. Да? Для этого же банковские надзоры существуют, чтобы это вовремя пресекать. И получается, если банковский надзор допускает, что банк накрылся медным тазом, то у меня другого объяснения, кроме как банковский надзор в доле получил свой кусок, да, нету, да. А это уже и политическая, и уголовная ответственность. То есть, поэтому об этом пока что-то мы не слышим. То есть банков, как мы слышали, до 50 уже в предсмертном состоянии, так, то есть уже довели, да, схватили, допустим, да, а теперь, по идее, должна быть быстрая ответственность. То, что я говорю, быстрые посадки.
включая собственников и так далее. Потому что хотя ряд банков, кстати, вот та же самая Дельта, у них банально, просто я читал интервью с хозяином, вот если он говорит правду, а как бы нет признаков сомневаться, то есть, ну, не повезло, потому что они сделали ставку на быстрое развитие розницы, охватили Донбасс. И как Донбасс откололся, значит, у них все это дело полетело, ему не хватило сколько-то там миллиардов, ему просто не дала Гонтарева рефинансирование, и он накрывается. Хотя, может быть, и стоило дать в данном конкретном случае, чем давать тем, кому дали, и деньги эти пропали, и оно все равно сдохло. Вот. Поэтому тут очень много проблем. И, кстати, банковская система, пока она не будет оздоровлена вот так, как это нужно, у нас и в реальном секторе ничего не произойдет. Потому что у нас банки, ростовщические конторы, понимаете, если они фактически годовые ставки процентов 40, 50, 60, ну, это исключает вообще какую-то экономическую активность. Mm-hmm. Разве что такие отбивать эти проценты можно только так на проституции, торговле наркотиками, оружием. Вот, что успешно делают банки, как бы тоже научились схемы действия или действуют, так сказать. Или та же самая контрабанда, о которой я говорил, вот, циркулирует. Ну, да. Очень успешно в зоне АТО. Да, прошу. Есть ли вам что-то добавить, как вкладчикам или как? Не, ну абсолютно правильная норма. Единственный вопрос, почему это не сделали раньше. Ну, а с другой стороны, как бы раньше банковская система, совершенно правильно вы сказали, нуждается в очищении. То, что вот этот банкопад весь, который произошел, это, собственно, очищение банковской системы. Потому что остались банки с иностранным капиталом крупные, остались украинские крупные банки, а вот эти все банки непонятного происхождения, непонятных целей, ну, они, естественно, сразу... И хорошо, что они отпадают, так хорошо, чем быстрее, да, потому конечно, что... Конечно, хорошо, да, но теперь равно... необходимо, да, это все дело стабилизировать и, допустим, чтобы гражданам объяснить, вот зачем такая нужна норма, просто надо посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вот кто-то взял кредит, да, взял кредит, условно говоря, на год, а к нему через месяц пришли, сказали, верни сегодня. Он говорит, ну как? Ну вот так. Нам надо все. Это то же самое, только конечно, с обратной стороны. Конечно. Точно так же это. Даются деньги банку в долг, а потом человек вот дал, ну, там, условно говоря, на год, а через месяц пришел до них, мне верните, пожалуйста. Ну как, мужик? Это, в общем-то, поэтому абсолютно правильно, абсолютно хорошая норма. Насколько это в масштабах государства опасно или безопасно, говоря вот о чем? То есть когда все равно у людей, я понимаю, что их все меньше и меньше. Это, опять же, к вопросу о потребительском, там, внутреннем спросе и так далее. А когда у людей все равно какой-то есть там небольшой запас наличности на руках, естественно, все начинают бегать и спрашивать, куда девать. Вот когда говоришь об этом в приватном разговоре с людьми, которые так или иначе где-то имеют отношение к банкам, говорит, слушай, положи себе вот под себя и сиди на этом. Самое надежное. Что, да, вот сейчас это самое надежное. И начинаю, то есть, ну, мы-то реально понимаем, что система должна работать все равно несколько иначе. То есть деньги должны идти в банк, банк должен давать кредиты, возможно, не такие, конечно, даже 100% не такие грабительские и так далее. Вот отток вот этих капиталов и сидение на них, к чему это в итоге может привести? Ну, отток — это плохо, понимаете, но опять же мы вот выходим, казалось бы, на такую неэкономическую материю, а на самом деле ключевой экономический институт, как доверие. Понимаете, вот как недаром же Козьма Прутков сказал, единожды солгавший, кто тебе поверит. Вот. Наших людей уже столько кидали, и банки, и власть, инвестиционные фонды, и пирамиды всякие финансовые, да. Ну, казалось бы, уже надо и поумнеть и так далее. Люди все равно как бы с одной стороны верят, а с другой стороны при первой же как бы какой-то возможной опасности бегут забирать, да. Хотя вот обратите внимание, вот же у нас за последние несколько лет было несколько волн. Значит, отток колоссальный. Прошло какое-то время, то, о чем вы говорите, начинает мозг сверлить, как же оно лежит, как бы бестолку, да, и люди начинают возвращаться. Просто беда в том, что люди не учились критически фильтровать эти самые банки. То есть у нас финансовая грамотность очень низкая, и эта задача, то есть, ну, это, мягко говоря, низкая. Поэтому на самом деле вот учить людей делать правильный выбор, вот это тоже задача государства. Как это не странно может показаться, что у нас как бы воспитательная работа, там мы ее хулим сейчас в советские времена, но здесь воспитательная, просветительская, экономическая работа среди населения, в принципе, должна вестись, потому что, чтобы снижать людям неопределенность и вероятность крупных ошибок. Потому что люди, знаете, история учит, что она ничему не учит. Просто наши люди, к сожалению, как бы забывают быстро о том, что их обманули, кинули, да, и опять тот же ум откидается. Например, посмотри. А вот, потом появляется партия совет, обманутых, да, вкладчиков. Куда идти? Куда человек сейчас несет наш, значит, депозиты? Средний человек, типичный, большинство, туда, где выше процент. Хотя наоборот, ему должны сказать, вот туда не неси. Чем больше это, потому что чем выше процент, тем быстрее ты их потеряешь. То есть умение ощущать, измерять, так сказать, и степень риска, так сказать, и приоритеты, значит, что тебе нужно? Большие деньги с риском потерять основную сумму, да, или умеренная сумма,
процентов, да, с большими гарантиями, что ты ее сохранишь. Люди как бы вот пока еще не научились этого, где эта проблема. Ну, а с другой стороны, в общем-то, действует норма, фонд гарантирования вкладов физических лиц выплачивает сумму до 200 тысяч. То есть, грубо говоря, ну, человек, даже если потерял эту сумму, он особо ничем не рискует, потому что фонд, ну, не было, по-моему, таких случаев, чтобы фонд не выплачивал, если банк является, как бы, ну, участником. Вопрос времени, как я понял. Вопрос времени. Да, вопрос просто времени. Это отсрочено, это месяц-два будет. Даже если это большой депозит, ну, там, условный 1 000 000 гривен, да, но можно его разделить на 5, отнести в 5 разных банков, ну, то да. Главное не превышать вот эту сумму 200 тысяч гривен, которая, в общем-то, а лучше чуть-чуть даже ниже, та, которая положена по выплату, ну, по выплате вот этих фонда гарантированных вкладов физических лиц. Правда, по дельте непонятно, там сумма большая. Ну да, но и наши люди будет. Как раз, вот вы правильно говорите, что наши люди давно уже должны этой рекомендацией вашей воспользоваться, то есть, но они как несли во что-то одно, да, влезли в халепу и потом и сразу все теряли. То, что неистребимая да. вера в чудо, раз, и ну, надежда да. на государство, что в любом да. случае защитят. Да, вот, ну, еще то, чем... рекламная кампания банков, они же много обещают, понимаете, поэтому люди... А вот здесь тоже загадывает. Нужно ограничивать, так сказать, недобросовестную рекламу, карать жестоко. То есть, это опять же, вот приходим к тому, комплексная проблема системная, а вот системно ею никто и не занимается. И поэтому то там рвет, то там периодически. Вот, к сожалению, так. Конечно, когда такими буквами пишут одно, а вот такими другое. Ну, да. И люди тоже, которые ведутся на то, что им нравится крупный шрифт, а то, что написано мелким шрифтом, где собака зарыта, он не читает, а потом удивляется, что там же все, и его предупреждали, только он не захотел это. Главное раскладывать по разным корзинам, то есть, чтобы сумма не превышала установленную законом 200 тысяч. Вот и все. А, собственно, ну, я же говорю, прецедентов таких не было, чтобы фонд гарантирования вкладов не выплачивал сумму, как бы, которую... Да, это месяц придется ждать, два. Ну, вот клиенты базиса ждут уже третий год, по-моему, на самом деле. Ой, там же, по-моему, сложная история. Нет, ну, там, тем, кто его ликвидировали, потом возвращают. Да, по-моему, по-моему вот. Те, кто держал просто там гривню, доллары, депозиты в этих размерах, всем выплатили. Но есть там сертификат, ну, там сложно, я не банкир, я не хочу в эти вот. Тонкости, как там... бы... Тоже есть нюансы всякие. Да, нюансы есть всегда. Но, в общем, вывод в итоге, одна из сфер, где продолжают такие патерналистские какие-то настроения торжествовать, да, вот это банковское, я имею в виду с точки зрения вкладчиков, да, вот этого надо тоже как-то с помощью финансовой ликвидации безграмотности финансовой как-то эти все настроения вытравливать. Чудес не бывает в том числе, а может быть и прежде всего пока что в отношении нашего государства. 775-501 наш телефон, у нас остается не так много времени, и хотелось бы поговорить еще об одной теме, которая последние несколько дней, в общем-то, стала еще более актуальной, хотя говорят о ней уже, в принципе, наверное, год, пожалуй. Да, у нас есть сюжет. На минувшей неделе харьковский металлист покинул полузащитник Эдмар. Футболист требует выплаты долгов по зарплате, которые накопились у клуба не только перед ним, но и двумя десятками других игроков клуба. В то же время у команды появился новый главный тренер, уроженец Донецка Сергей Севидов. Харьковский металлист – это харьковский металлист. На протяжении многих лет команда призер чемпионата Украины, участник Лиги Европы, участник Лиги Чемпионов. Я еще раз могу сказать, что, ну, может быть, сейчас не самые лучшие времена для харьковского металлиста, но и тем не менее, я могу сказать, что я люблю свою работу. Это, наверное, был решающий фактор. После бегства владельца клуба олигарха Сергея Курченко состав харьковского металлиста значительно изменился. В первую очередь контракты с клубом расторгли все иностранцы. Команду приходится комплектовать не топовыми игроками, а на рынке свободных агентов путем просмотров. У нас действительно была серьезная команда и серьезный клуб, который знали. Добре в Європі, і, звичайно, жалко, якщо то все розлетиться. Ну, але я надіюсь, що все-таки в Харкові знайдуться люди, які не допустять до того. Открытым для команды остается и вопрос проведения домашних матчей. В сентябре прошлого года суд отменил продажу стадиона «Металлист» компании Сергея Курченко за более чем 670 миллионов гривен. Ответчик в нарушении условий договора купли-продажи до сих пор не провел полных расчетов за реализованный имущественный комплекс. У клуба, частного клуба, большие долги перед коммунальным предприятием. И, соответственно, есть взаимоотношения двух хозяйственных объектов, которые должны укладываться в рамки действующего законодательства. Сам клуб
«Металлист», сама марка «Металлист» – это легенда для Харькова. И поэтому оставаться в стороне мы не можем. И мы будем и дальше искать компромисс. Сейчас Курченко находится в розыске. Его обвиняют в хищении госсредств, а также в незаконной покупке футбольного клуба «Металлист», одесского нефтеперерабатывающего завода и компании «United Media Holding». Его счета арестованы. Никаких официальных заявлений о судьбе команды от Харьковской областной федерации футбола и Федерации футбола Харькова пока нет. Наверное, стоит напомнить, что Михаил Маркович Добкин возглавляет у нас областную до сих пор федерацию футбола, а городскую Геннадий Адольфович Ленс. Я так понимаю, что комментариев в ближайшее время, наверное, ждать там не стоит. Тем не менее, надеемся. Да, вот, да. Да, ваше мнение по поводу ситуации, которая складывается. Поэтому и в таком состоянии, что Добкин возглавляет областную, а Кернес городскую. Я думаю, это в принципе, я правда не большой специалист. Они выдавили Ярославского фактически. Они заставили его продать клуб. Ну, неизвестно, кто заставил. Потому что, смотрите, Курченко же это ж не это подставное лицо, да, это там кошелек семьи. Так? Поэтому Ярославский, я думаю, никогда бы не продал Курченко как Курченко, если бы за этим не стояли уши, так сказать, беглого нашего диктатора. Но вот с точки зрения экономической, в принципе, вот смотрите, любой футбольный клуб, любой вообще спортивный клуб, это вообще дорогая игрушка. Это не дешевое удовольствие. Поэтому вот почему, значит, если все было как было, какое-то время теоретически можно было рассчитывать, что при Курченко он продержится. Потому что у Курченко деньги же не свои, а ворованные фактически. То есть за счет обдирания всей страны, так сказать, миллионы и миллиарды можно было пускать. А так, если как бы уже ворованных денег не остается, тут возникает искусство менеджмента. То есть управление финансовыми потоками, совершенно другой уровень должен быть этого дела, когда ты профессионально там продвигаешь этот клуб и так далее. Тут нужен менеджмент эффективный. Да? Видимо, его нет сейчас. Ну, плюс еще и иссякли финансовые потоки. Же, конечно, да, они иссякли, то есть дорогих уже денег нету. Ясно, что оно сразу сдувается. Можно применить... Абрамовича у нас нету. У Абрамовича тоже, кстати, деньги немеренные были. Закон о банкротстве можно применить или нельзя? Это не предприятие, да. Это же не а почему бы да? Нет? Ну, если не платят, значит, забрать и поделить. Почему поделить? Выставить. Вопрос, надо честно понимать, купят ли, кто купит, понимаете, в этой ситуации. Ну, может быть. Да, здесь две проблемы. Собственник должен хотеть продать. Конечно. И кто-то должен хотеть купить. Да, иначе. Но если он не платит, значит, у него отчудить, и как государство продаст, как обанкротившее предприятие. Купит. Пока оно продаст, вопрос, кто это будет кормить все это. Да. Это. Вот, вы понимаете, проблема денежки. Да, это не дешевое удовольствие. Ярославский, скажем так, как патриот города, он как меценат, любил как бы, клуб, да. Он вкладывал туда деньги. Видно было, что там была душа. Да, без души это же невозможно. Да, Курченко, Нет, ну, по крайней мере, некоторое время там видно, вливания были достаточно серьезные, это как-то все-таки более-менее держалось. Да, вот насколько это все реально, опять же, сейчас, с учетом того, что... Маловероятно. Маловероятно, по-вашему, да? Маловероятно. Но что-то надо делать. Если был человек, знаете как, вот во время войны там и кризиса все покупают, то есть... Потому что все стоит копейки. То есть сейчас этот клуб стоит копейки, на самом деле. Вот в условиях, когда никто не берет. Могут купить. Поэтому уже б нашелся покупатель, который бы видел перспективу. Тот же Ярославский мог бы купить. Но если уже не купит. Все это было законно. Опять же вопрос, кто его продает? Кто его продает, это большое. Государство. Или продает. С точки зрения формальной, значит, непонятно, кто собственник сегодня. Курченко ли, который не до конца рассчитался, так? Законодательство надо было. Вот. Юридически, да. Давайте разберем. Там были проблемы с расчетами по стадиону, насколько я помню. Да, то есть стадион это отдельная как бы статья вообще. И это, кстати, тоже достаточно большая проблема, потому что это все содержать, в принципе, стоит немалые деньги. И на чьем это все балансе будет тоже пока что не вполне. Но есть клуб, да, вот клуб, который вроде бы как бы куплен был, не знаю уж там. Ярославский содержал стадион. Так они же хотели прибыль еще со стадиона какую-то дополнительную, не знаю. Они же цену завысили на аренду. Наперсточная прибыль называется. Ну, я проблема в том, что в ближайшее время не просматривается. Реконструкция какая была? Ярославский же сделал. Что там было до этого? По сути, сейчас у клуба нет хозяина.
То есть некому заниматься вот этими всеми. Вернее, формально он есть, но как бы так фактически... Ну, не платят. Да, ну денег нет, ничего нет. То есть получается таким образом, что либо, в принципе, команда хорошего уровня может существовать как, ну там, условно, карманный проект какого-то олигарха, да, человека с деньгами. Может, не олигарха, но достаточно серьезно обеспеченного человека. Либо она не может существовать вообще, то есть это будет где-то просто название, да, вот старый бренд «Металлист», который будет существовать совершенно с другим каким-то. Она может как «Арсенал» уровня, киевский, да, другого уровня, там, как муниципального, а не национального уровня. Может быть. Ну, теоретически схемы разные, может быть, условно говоря, 5 условных богатых людей могут содержать этот клуб, которые захотят, но это все как бы, это все тактика. Тут вопрос стратегически надо решать. Кстати, некоторые клубы на Западе муниципалитеты содержат. А вот тоже, кстати говоря, хороший вопрос. Вот все был такой вот модный у нас бренд и тренд «Народная команда». Да? Вот давайте как-то действительно. Ну вот, понимаете, громада, если бы она имела, опять-таки, эффективный менеджмент местный, каковым является там совет, городской совет, там, и наша, так сказать, голова, его аппарат, так, если бы там были действительно... Значит, эффективные менеджеры, да, люди не, они люди, которые, собственно, занимаются там через жилкомсервис и прочее, там, воровством миллиардов, да, там, непрозрачных земельных всяких вещах, то я думаю, что надо мерить, надо считать, вполне могло хватить тех денег, которые идут по карманам сейчас, да, на нужды громады, как и во всем остальном, вообще говоря, и дороги, вот, и там, культура и прочее, и в этом ряду, через это, и футбольный клуб, может быть, то есть, а почему нет? Вопрос только в том, вот, кстати, к вопросу о децентрализации, то если у нас те же схемы, механизмы, которые сейчас процветают на местном уровне, дать еще им дополнительные права, то это, получается, киевский феодализм перейдет безвозвратно на уровень местной территориальной громады, то есть, когда не будет механизмов контроля и посадок местных чиновников за воровство, то, что сейчас начинается на этом уровне, то, получается, мы, опять-таки, ничего не сможем, в том числе, и содержать никогда футбольный клуб. Единственное, что могу сказать, что, по моей информации, это знаю точно, что губернатор, как бы, ну, он в курсе проблемы, он занимается, он там, я не знаю подробностей, я знаю, что, ну, и собственным присутствием он как-то пытается поддержать клуб, вы видели все, что, в общем-то, он регулярно бывает на матчах, и... Здесь, ну, проблема непростая на самом деле, и здесь вот просто так ее решить, но проблемой занимаются, это однозначно и точно. Ну, как там, насколько я понимаю, да, вопросы юрисдикции как таковой, да, это не совсем, в принципе, в компетенции юрисдикции областных властей, поэтому там, я честно говоря, не знаю, что бы я делал. Проблема собственности. Проблема собственности. Да. Но вот еще есть все-таки политический аспект, который так или иначе всплывал еще... Ой, дай бог памяти, наверное, на парламентских выборах, но говорили все равно в контексте выборов грядущих местных, говорит, а вот появится человек, который купит, перекупит «Металлист», да, вольет в него достаточно большие деньги, и все. И он себе сделал такую мощную площадку для продвижения в мэры, условно говоря, что вот, вот уже фактически реальный конкурент. Насколько, по-вашему, реально такая вот, такой поворот событий? Да исключать ничего нельзя. Но, опять же, мы возвращаемся к проблеме, то клуб должен захотеть продать собственник. А потом уже возникает вторая проблема. Ну, кто его должен купить? Поэтому пока мы от Курченко не слышали никаких... То есть должны ехать не в Лондон вначале, да, а в Москву, чтобы убедить продать, да? Ну, чтобы убедить, да, купить, а... фигурально выражаясь, то... Либо забрать, ну, тут надо какой-то закон понимать, на основании того, что он фактически банкрот, он не платит деньги и так далее. Ну, это законодательство. То есть тут необходимо решить вопрос для начала с продажей, то есть вот решить вопрос, назовем это так вот. А есть ли прецеденты, не знаю, у нас в стране, где-то в другой стране, чтобы, ну, вот подобное происходило? Да, вот клуб банкротится, и его там, не знаю, как это все происходит, в принципе, вообще. Ну, у нас нету прецедента, у нас просто они закрывались. «Арсенал» киевский, «Кривбас» и всего. Вот был клуб, и нету клуба. Да. А вот такая у нас реальная перспектива, вот, да, получается? Да, практика. Вот в этой сфере это же не оборонный завод, допустим, какое-то там жизненно важное предприятие. Вот все, пока есть энтузиазм у собственника. Пока не захотел Рабинович «Арсенал» финансировать. Избавился никто не захотел купить, и все, и закрыли клуб. И нету «Арсенала». Хотя сколько лет в высшей лиге играл. Так, это грустно у нас всегда. Да, но у нас так получается, что под финал программы у нас самая грустная тема. Очень хочется всегда закончить позитивные новости. Но вот, к сожалению, пока что нет. Кроме того, что Клюев не заявился на допыт. И, это позитивная новость? Ну, я не знаю. Для Клюева, наверное, позитивная. Под Маринкой уже наша опять самая...
Да, к сожалению, вот такая вот у нас, к сожалению, сегодня финальная грустная нота, хотя, опять же, смотря для кого получается. Да. Тем не менее, благодарю вас за то, что сегодня были гостями нашей программы. И спасибо, что смотрели нас сегодня. Это был «Вечер трудного дня». Увидимся ровно через неделю в это же время на этом же канале. До свидания. До свидания. До свидания.